как в фотошопе изменить размер выбранного предмета. Вы выбираете предмет, который вам нужен, для этого его нужно выделить и, например, поместить на фоне, вот он отдельно выделен. Теперь нажимаете сочетание клавиш Ctrl-T, у вас вокруг предмета появляется рамочка. Потянув за уголок этой рамочки, вы можете сделать предмет меньше или крупнее. Если вы зажмете кнопочку Shift, то предмет будет масштабироваться непропорционально, он будет либо сужаться, либо с зажатой кнопочкой Shift сминаться. Используйте этот момент. После того, как вы отредактировали под нужный вам размер, нажимаете либо Enter, либо вот здесь сверху галочку, и предмет сохраняет тот размер, который вы ему задали.